Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о приметах и традициях на 21 апреля. И, конечно же, поговорим о том, что же нельзя делать в этот день, в день Родиона. Итак, в народном календаре это день Родиона, Родиона Ледолома. И примечали, что именно 21 апреля вода обладает целебной свойствами. Поэтому сегодня ключевую водичку можно было пить и умываться ею, чтобы улучшить свое здоровье. И в народе считали, что холодную водичку можно пить даже тем, у кого болит горлышко. Верили, что такая вода поможет избавиться от болезни. Также 21 апреля старались купаться и проводить всяческие водные процедуры. В народе верили, что в этот день солнце встречается с луной, а также окончательно вскрываются ото льда реки. Говорили, что солнце с луной после первого мороза расходятся в разные стороны. С тех пор они не видят друг друга до следующей весны. Когда же они наконец повстречаются друг с другом, то долгое время ведут беседы о своей жизни, где были и чем занимались. Также в этот день по народной традиции крестьяне занимались уже пахотой земли на полях под овес. Сеять начинали с момента появления первых соцветий на грушах и яблонях. Уже в день Родиона появлялась первая трава. Ее собирали и подкладывали себе под подушки и матрасы. В народе верили, что так можно избавиться от бессонницы и боли в суставах. Ну а когда трава эта высыхала, ее сжигали. Считалось, что так можно сжечь все свои проблемы. Примечали, что если 21 апреля солнечно, то хорошая погода будет весь месяц. А если солнце светит ярче обычного, то лето будет теплым. Дождь пошел хорошему урожаю зерновых. Ну а если верить и встретили 21 апреля стаю ворон, то, к сожалению, может что-то случиться плохое. Ну а что же нельзя делать 21 апреля? Нельзя планировать серьезные дела. Считается, что в итоге они не принесут желаемого результата, а только приведут к финансовым потерям. В этот день нельзя лгать ради собственной выгоды. Считается, что после этого настигнут большие беды. 21 апреля надо быть искренним со всеми людьми и самим собой. В народе верили, что после утреннего умывания лица нельзя вытираться, так как потом придется горькими слезами обливаться. Нельзя 21 апреля заниматься уборкой в доме, так как это чревато неприятностями и бедами. Члены семьи начнут серьезно ссориться. Также нельзя 21 апреля набирать воду из водоемов для хозяйственных нужд. Вот такой, друзья, у нас день 21 апреля. Но мы вам желаем провести его в прекрасном настроении. Берегите себя и будьте нам здоровы.